сегодня едем в Хорватию, в Дубровник, и у нас переправа на пароме. Вот так вот это будет. Вход в Дубровник, и вот сам город. Вот это вот место было во втором сезоне «Игры престолов». Возможно, я вставлю вставку. Очень красиво. We are swollen, bloated, foul. Brother fornicates with sister in the bed of kings. Are we surprised when the fruit of the incest is rotten? Yeah! Yes, a rotten king. Мы отстали от экскурсии и теперь самостоятельно изучаем Дубровник. Видимо, это что-то типа рынка или что-то такое. Так, вот эта лестница, где Серсея совершала свой позорный ход. Здесь церковь иезуитская. A sinner comes before you. Cersei of House Lannister. Mother to His Grace King Tommen. Widow of His Grace King Robert. She has committed the acts of falsehood and fornication. She has confessed her sins and begged for forgiveness. В общем, здесь меню есть Walk of Shame и Shame Burger. Очень даже забавно. Вот и сама лестница. То есть здесь ходила Лина Хиди. А вот это вот, как я понимаю, Зеленская церковь. А, насколько я понимаю, это княжеский дворец. Он тоже есть во втором сезоне. Там какие-то сцены с Дейнерис есть. Если я правильно понимаю. Да, я была права. Это княжеский дворец. He shouldn't make me wait. The Spice King is the second wealthiest man in Carth. He makes everyone wait. Of course, you could have avoided this embarrassment if you married the wealthiest man in Carth. I already have a husband. Это похоже на центральную улицу. Так, вот наш ориентир, это башня, а это улица. Такой путь нам предстоит. Так, мы подходим к башне Минчета тоже.
была в сериале, и мы нашли какой-то корт. Здесь отдыхаем, потому что подниматься очень высоко. Оказывается, сюда вход платный. Ну, значит, мы просто пойдем. Очень тяжело сюда подниматься, очень. Фонтан на главной улице, и отсюда можно пить воду, кстати говоря. Seven blessings on you, your grace. Back in, all hail the king. Это форт Лавринац, также известен как Красный замок. On her journey. May the mother give her health. May the crone give her wisdom. May the warrior give her courage. May the sea grant her strength. One day I pray you love someone. I pray you love her so much. When you close your eyes, you see her face. I want that for you. Fort Lavrinac. Красный замок. Ой, красивое место. Здесь и снимали престолов. Здесь вот тоже снимали многие сцены. Возле замка. Не знаю, будем ли мы туда подниматься, потому что мы чуть-чуть уже устали. Я болею. Ну, в общем, очень красиво. You're her handmaiden. И вот здесь вот тоже снимали что-то. Кто-то выбрасывает хлеб. Но, к сожалению, порт закрыт. Это центральная башня, центральная улица. Мы уже постепенно идем к автобусу, потому что мы что-то устали сильно и даже немножко проголодались. Цены здесь дорогие достаточно, даже по сравнению с Будовой. Вот, идем в автобус. Коллекционные игрушки. Как в Бауновой